Николай Иванюшкин родился в преддверии Дня защитника Отечества. От хутора имени Семена Буденного в Тихорецких степях уже не осталось и следа. Зато мечту, родившуюся в том крестьянском далеком детстве, Николай Егорович осуществил. И после армии стал историком. Преподавал историю и обществоведение в техникуме. Получил приглашение в Анапский горком партии. А потом возглавил лагерь «Рабочая смена», который позже стал федеральным детским центром «Смена». Он руководил им более четверти века. В 2012 году был избран депутатом Законодательного собрания края. Если есть такая возможность оказать помощь, то большее удовлетворение, наверное, получает человек, имеющий возможность оказать такую помощь и поддержку. Я действительно такое удовлетворение получаю. Новый этап работы в масштабе избирательного округа номер 39 «Солнечный». Рабочие встречи, объезд территории округа, личные приемы граждан, открытие новых модулей, ремонта в детских садах, школах и домах культуры. Будучи депутатом, Николай Егорович сумел привлечь на благоустройство села Супсех школу номер 11, амбулатория, детского сада, музыкальной школы, станции скорой помощи более 5 миллионов рублей. В 2013 году, узнав о судьбе маленького Марка Горшкова, купил ему инвалидную коляску. Впереди, надеюсь, еще немало трудностей, а жизнь состоит, как известно, из проблем. Решая одну, переходим к следующей и так далее. В Анапе немало вопросов, которые нужно решать сегодня. Решать депутатам. Николай Иванюшкин принимал активное участие в движении за присвоение Анапе почетного звания «Город воинской славы». Был инициатором строительства масштабного стадиона европейского уровня, площадки для хоккея на траве, зала для тяжелой атлетики. Женская команда по хоккею на траве успешно побеждала и становилась призером соревнований международного уровня. Один раз они меня порадовали, когда уехали в Голландию, и оттуда звонят. Победили хозяев, победили американцев, победили Южноафриканскую республику. Ни одного поражения. И в знак признательности за поддержку привезли мне огромную клюшку, чтобы я тоже мог побеждать в этой жизни. Николай Иванюшкин – счастливый муж, отец и дедушка. У него дочь, растут два внука и внучка. Николай Егорович сегодня так же активен, как 20 лет назад. Депутатский статус стал лишь логическим продолжением его многолетней трудовой жизни. Если так оглядываться назад, жизнь удалась, сделано немало за этот период времени. У меня есть, еще раз говорю, замечательная дочь, у меня есть внуки. Вчера старшему отмечали 16 лет. Они меня радуют, я надеюсь, будут радовать и дальше. Ну и очень хочется, чтобы наша Анапа становилась лучше и лучше.